Привет, зритель! Малый обзор вещей из Атака. Я подозреваю смутно, что у меня там все фирмой каждый день. Я сегодня ездила туда вообще, на автобусе, обратно, по большей части, ну, уже тупо от Солнечного на маршрутке. Пешком, потом человека встретила, пешком, потом еще человека встретила, потом еще человека встретила, зашла в гости, а потом пошла уже это там по магазинам дальше. Короче, вот так я зашла. Вообще, я хотела в другой магазин и на велике, но сегодня внезапно 9 мая, и на велике проблематично. Короче, я купила себе, действительно, каждый день для мытья посуды губки. Что-то 10 рублей, что ли, они с чем-то стоили, чек, потому что у меня где-то вон там. Так, поролон, абразивный материал. Обычные губки. Тут даже где-то дата на изготовление нафигаченная. Вот такие вот губки. Ни разу вообще такие не покупала, обычно в Магните брала. Как-то брала в Светофоре, но они настолько малюсенькие, совершенно бесполезные, что я снова стала брать в Магните. Ну, тут увидела, купила. Да, я действительно собирала Светофор на велике, потом, может, другой день съезжу, а может быть, уже летом. Потому что то, что мне, в принципе, надо, у меня практически все есть. Мне надо было там одну фиговину, я как-то покупала, не помню, как какой-то утенок, может быть, туалетный, может быть, просто утенок. В общем, туалет я им очень хорошо отмывала. Он что-то 35 рублей, пол-литра, оно жиденькое, но очень хорошее. Вот Санокс у меня как-то тут вот с этим туалетом, с этой ванной, надо приложить усилия. Иногда, даже прикладывая усилия, эффекта нету. И тут, в общем, я что-то давно хотела какую-нибудь каждодневную или Ашан... Ну, в общем, любую ашановскую фирму попробовать для мытья туалетов и прочего. В общем, каждый день, опять же, чистящее средство для сантехники 500 мл. Сделано 14 апреля. Сколько-то там оно? 24 месяца живет. Что-то там 22, что ли, рубля. Вот обычное жидкое средство. Там еще было такое же за 35-750 мл гель. Но тут больше применения, тут и для ванны, для унитазов, а там тупо для унитазов. И я вот думаю, посмотрю, как оно будет, чисто вот посмотреть, как оно. Потому что вот у меня Доместос был, и, видимо, Доместос не для каждой поверхности идет. Вот в той квартире была такая ванная, ну, нормально Доместосом отмывалась, а этой, я не знаю, может, ванны как-то не разнятся, хз. Ну, короче, как-то вот не сложилось у нас с Доместосом. А еще я себе купила, ну... Очень к месту, совершенно, в этом подборе, не знаю зачем, но что-то вот решила купить. Да, это пакетик из магазина, где я шмотки покупала, и шмотки отдельным роликом обозрилась уже, правда, смонтирую его вроде как можно и сегодня, но меня так дико подмывает посмотреть аниме «Подсолнух», потому что завтра... Сегодня я вообще собиралась в гости, с человеком договорились, но человек, благо я ВКонтакте заглянула за час до выхода вообще. Что-то вообще тупо заглянула ВКонтакте, а там сообщение, что типа облом. Ну, в общем, к человеку я так и не собралась. Человек вроде как хочет завтра, а у меня на завтра другие планы. Ну, и вот завтра я как бы тайплю, потому что есть одна вещь, которую я хочу сделать к определенной дате, до определенной даты, чтобы сделать приятно другому человеку. Не менее приятному, чем сама манга, которую тайплю. И, в общем, завтра у меня будет тайп. Потому что потом сажание картошки, вырезание малины. В общем, каждый день кето-лобтики слабо-соленые. Что же ты нажимаю? 150 грамм, 159 рублей вроде с копейками. Ну, грубо говоря, 160 рублей она стоила. 30 апреля она созданная, 45 дней она живет. Точнее, даже 40 дней она живет. Кето, потом соль поваренная пищевая, консервант бензоат натрия. Произведено из мороженого сырья. Упаковано под вакуумом. В общем, вот. Учитывая, что я как-то купила рыбу, соль и рыба. И больше ничего. И из свежевыловленного сырья. Она у меня лежала, у нее там срок годности, еще 2 недели оставалось до срока годности. Я сварила риса, решила замутить роллов, открыла эту рыбу, а она воняет и по вкусу, как, в общем, будто бы она протухшая. Будто бы ее или хранили неправильно в магазине, но у меня-то она лежала в холодильнике, в Дикси покупала, кстати. Или уже протухшую ее туда зафигачили, поймали протухшую. Была живая рыба, протухшая при этом. Ее поймали, замочили, засолили, запаковали и в массы продавать. В общем, как-то я была такая расстроена. Я ее отмочила потом в воде, сварила, но кот как-то не проникся. Вот он бульон от этой рыбы выпил, а самой рыбой не особо проникся. Короче, в общем, вот купила себе рыбу.
Завтра сделаю себе, наверное, уже. В принципе, это планировал, приду домой и сделаю поесть. Но сейчас уже где-то около 9. И в самом лучшем случае, если и поесть, то или хлопьев с молоком, у меня там несколько кукурузных палочек есть, или причем такие почти не сладкие, или этого самого пюрешка фруктового с манго. Ну, там, помимо прочего, еще и манго есть, короче, вот. В общем, такая покупка у меня из Ашана, потому что люди в комментах писали, чтобы я не забрасывала эти обзоры. И сейчас будут еще обзоры с Пятерки, отдельным роликом, просто феерический. Всем спасибо за просмотр. Пока!